Доброе утро, друзья! У нас четвертый день тренировок Кубка Украины на Каменском водохранилище. С утра проверяем окуня. Он клюет. Клюет пока только незачетный, но уже мы поймали каких-то 5 окуней незачетных. И рыбалка чисто визуальная, то есть мы смотрим выходы рыбы, по воде наблюдаем. Вот, утренний бой летний, сейчас 5 утра, вершат сазаны в траве, которые очень манят, но это не наш объект ловли. Есть? Нет? Ну, в общем, сегодня мы решили идти на судака, с утра проверить, как себя чувствует окунь, есть ли он зачетного размера. И так как сегодня хорошая погода, штиль, мы выйдем в море и попробуем половить судака. Но вы смотрите, как это получится у нас. Вот смотрите, друзья, мы в странствиях нашли очень интересное место. Ну, солнце отсвечивает, но возможно будет видно картинку с эхолота. Это деревья, я не знаю, что это или старая вырубка какая-то, просто посреди реки дичайший коряжник. Конечно же, мы его обловим, не может быть такого, чтобы тут кто-то не жил. Вот он, просто целое поле деревьев. На часах без 15:05, это означает, что через 15 минут закончится наша тренировка. Ожидаемо мы сегодня привозим на финиш 0 среди зачетной рыбы. Вот, собственно, с утра половили окуня, потом мы прошли 30 километров водохранилища. У нас были какие-то точки, не мои, по судаку. Они пустые, поймали одного незачетного судачка, заработали там пару-тройку поклевок. И, собственно, все в лютом коряжнике, который мы вам показывали на дропшот. У меня была поклевка, как я люблю говорить, на все деньги. Явно это был хороший судак, но мы там проупирались, наверное, час потратили на эти все коряги, сделали там 6 якорей джигом, дропшотом, даже дипкренки тягали над этими корчами. Ничего это не дало, кроме одной поклевки. Ну и, собственно, все. Вот. А сейчас заканчиваем тренировку в таких вот лататях в устье речки Ворскла. Будем перестраиваться, наверное, на ловлю окуня. Вторая наша двойка, Юра и Костя, сегодня половили крупных окуней. 39 сантиметров у них был окунь. Ну, в общем, все большие. И, ну, становится очевидным пока что, что результат можно сделать на окунях, но точно не на судаках. Вот, поэтому, ну, будем совещаться вечером, что мы завтра будем делать. Нам нужно доработать наших щук, которых мы половили с Димой вчера. Попробовать найти там что-то еще. Ну и, собственно, все. Вот такие вот тренировки, друзья. Ловим там, где нет рыбы, ищем. Не думайте, что спортсмены-рыболовы ловят всегда и везде. Вот, там, где нет рыбы, мы ее поймать, к сожалению, не можем. Вот. Но, может, мы не попали сегодня в судака. Очень мне хотелось, потому что слышала я историю, что на Каменском судак есть, но где-то непонятно, где он. То есть его не видно ни в эхолоте, ни
структурах его нет. То есть мы пробовали просто по рельефам его ловить. Здесь очень много старых вырубок, пеньков, камней и прочего, и прочего. Но рыбы в них нет. Вот. Почему? Не знаю. Кто знает, напишите в комментариях. Вот. А мы заканчиваем сегодняшний сюжет. Я с вами прощаюсь. Смотрите завтрашнюю серию.